Добрый день, друзья! Сейчас собираемся на дачу. Перед тем, как упаковать свои луковицы гладиолусов и каллы, хотела вам показать. В одном из видео я уже показывала, как делаю сухое проращивание луковиц гладиолусов. Посмотрите, они прекрасно себя чувствуют. У меня нет возможности высаживать в землю в горшки, да, и расставлять их на солнечное место. Я вот делаю вот так. Луковички достаточно хорошо себя чувствуют, видите, да? Вот они чистенькие, сухие, дают росточки, все прекрасно. Вот у меня здесь красные, желтые. Также вот я купала в прошлом году, это в светофоре. Одна луковица стоит 50 рублей. Там было две луковицы. Вот 100 рублей стоила упаковочка. Очень красивые гофрированные гладиолусы. Не нашла, где я фотографии делала. Наверное, не успела просто заснять. Они же быстро отцветают. Вот. А у нас в прошлом году была сильная жара. Вот так вот они выглядят. Видите, почки проснулись достаточно мощные. Вот, то есть хорошо выглядят. Вот сейчас я поближе покажу. То есть достаточно луковица себя хорошо ощущает. Вот там на дальнем плане тоже делала, попробовала в этом году сухое проращивание каллы. Да, достаточно хорошо у меня получилось. У меня дело в том, что не было особо выбора. Я каллы положила, значит, в опилки, вот в такие контейнеры. Вот, и отнесла в погреб. И у меня все начало преть. Я в срочном порядке вынула, значит, из погреба, провела обработку марганцовкой, просушила эти луковицы и оставила как бы на сухом проращивании то же самое, как вот делаю с гладиолусом. И знаете, ну как бы мои ожидания были не напрасны. Все получилось достаточно хорошо. Вот луковички проснулись. Вот, и они сейчас чувствуют себя хорошо. Вот я сейчас их упаковываю, собираю. Значит, на даче я планирую их положить в небольшое количество воды, то есть окунуть клубенек, чтобы он напитался. Вот, и посадить уже в грунт. У нас температура стоит сейчас очень достаточно теплая. Я считаю, что в грунт уже можно посадить, потому что они уже начали подсыхать, потому что в квартире уже достаточно сухой воздух, хотя отопление выключили, но все равно. Вот у меня здесь, значит, красные каллы, дальше желтые каллы, там на заднем плане фиолетовые каллы, а вот эти вот белые. Так что, друзья, у кого тоже нет возможности сажать такое большое количество луковичков, да, на подоконниках, да, дома, в квартирах, вот можете использовать вот такой способ. Он достаточно хороший. Я считаю, он, ну, вот из всех способов, которые я пробовала, это самый лучший способ. Вот, да, еще хотела, знаете, что сказать про неудачный опыт. Вчера из погреба я достала канны. Значит, что я вам хочу сказать. Все сделала так, как было написано в интернете, то есть выкопала с комом земли. Земля была влажная. Я положила вот в такие сетки. Вот, в сетки сложила, ну, там газетку постелила и отнесла в погреб. Все было хорошо. Ну, вот я буквально пару месяцев не ходила вообще, то есть в погреб, ну, не было возможности у меня. Вот, и замоталась так, и сейчас вот сходила вчера. И что хочу сказать, у меня каллы все сгнили. Ой, канны. Все загнили, то есть пришлось выкинуть. Я считаю, что в погребе, ну, во всяком случае, вот в моем случае, где очень сильная влажность, эти луковицы хранить нельзя, корневища. Вот, потому что, значит, просыпаются всякие вредители. Вот, потому что, значит, просыпаются всякие вредители. И начинают, значит, достаточно много там плесени было. И, знаете, как будто прутовик. Вот у картошки есть такая вот, как объяснить, сороконожка такая вот с этими
с лапками. Вот прутовик он делает в луковицах отверстия, в картошке отверстия. Вот я недавно выкопала азиатскую лилию, она тоже вся вот в этом прутовике. Поэтому, если вы кладете в погреб, я считаю, что нужно за этими растениями прям следить. То есть ходить прям каждую неделю смотреть. Ну, вот мой такой опыт. Я думаю, может быть, кому-то данный момент будет полезен. Поэтому я решила поделиться. Хотела с вами поделиться. Заказала на Озоне гортензию. Называется Star Rose. Я вам потом покажу картинку, какая она будет. Пришла в коробочке такая. Ну, достаточно хороший череночек. Вот он какой. Это закрытой корневой системой. Здесь вот высеяла бриету голубую, маленькую. Сейчас солнце будет побольше, она догонит как бы ту рассаду, если бы я сажала ее, допустим, в марте. Так, что еще хочу сказать? Черенков, тут и герани плющелистные, но у меня в основном вот здесь вот хризантема. Хризантема беленькая, как ромашка. Вот, и я в прошлый году, значит, тоже черенка высадил в открытый грунт, она достаточно неплохо перезимовала. Вот здесь вот корни она дала, хорошие корни такие. Вот, я скоро буду высаживать ее прям в грунт, как рассаду. Вот, должна неплохо, в принципе, приняться, она неприхотливая. Также мне удалось сохранить, не сажая в грунт, цинерарию. Она дала корни, хоть и выглядит она тут не совсем как бы приглядно, да, но корни у нее серьезные. Здесь я еще тоже нарежу черенков, сделаю. Здесь вот обрежу. Это у меня солнцем опалилось, пока стояла на солнце открытом. Вот здесь вот она в этой среде, я просто воду добавляю, а это все остается так же. Вот она у меня, сейчас скажу, ну, с ноября месяца, вот она вся в это. Ой, там листок сейчас надо поменять. Вот. Вот такие вот корни, видите? Ну, здесь есть, которые не дали корни, правда. Вот она. Но я думаю, что, может быть, даст, оставляю. Не делала ни корневином, ничем. Просто вот так вот поставила в воду. Кстати, вот черенок один загнил. Надо будет его убрать. Все-таки воду тогда поменяем. Воду добавляю комнатной температуры. Да, вот видите, да? Видите? Вот побежек. Не сфокусирует никак. Вот. Побежек один, второй. Несмотря на то, что достаточно как бы, они здесь кучно, да, растут. Ну, вот здесь вот у меня есть, которые я только нарезала. Вот эти старые. Вот, ну, их видно, они все в корнях. Вот, видите? Вот. То есть корни хорошие очень. Буду сажать сразу в грунт. Ну, вкратце хочу рассказать еще об одном способе. Я его увидела на одном канале. Там женщина размножает гортензию почками. И вот поскольку я купила вот эту гортензию, как я вам уже показывала, да, я вот оторвала вот отсюда почки две. Вот. И у меня потом еще, знаете, как получилось, вот здесь вот почему-то еще две почки как-то подвяли. Я решила их тоже отрезать. То есть четыре почки получилось у меня. Смотрите, значит, в таком стаканчике она делает, стаканчик накрывает целлофановым пакетом без всяких продыхов. Вот, в стаканчике у нее, во-первых, она ставит стаканчик под подсветку, предварительно увлажнив почки гортензии. Вот, смотрите, видите, как вот они влажненькие. Вот у меня таким способом, я захотела попробовать, у меня таким способом стояло ровно 7 дней. Вот, и смотрите, что я вам хочу сказать. Действительно, этот способ работает. Вот две почки у меня позже, они где-то, я не знаю, но еще вот рано, еще ничего не наклюнулось. Вот. А вот там вот, смотрите, видите корешки?
у почки. Вот сейчас я вам покажу. Видите, вот так видно хорошо. Ой. Сейчас достану. То есть этот способ рабочий. И можно как бы посадить и вырастить гортензию просто из почки. Тем самым особо не травмируя сам как бы куст. Да? То есть у меня кустик достаточно. Он сам по себе хорошо. Вот смотрите. Сейчас я вам еще раз покажу его. Вот. Вот он такой кустик. То есть ничего с ним страшного не случилось. Вот он. Сейчас не знаю, как поставить, просто не видно. Здесь у меня мало места. Вот. Вот так. Вот. Вот один, значит, получается череночек. Не сфокусирует никак. Вот, видите, да, с корешком. Вот, и сейчас еще один покажу вам. Так, вот один у меня тоже не дал. Вот. Тоже пока ничего нет и почему-то почернел. Но я не знаю, как бы первый раз пользуюсь этим таким способом. Вот. Думаю, даст, я не буду выкидывать. И вот там у меня... Ой, где же еще один? Вот он зацепился, я его не увидела. Вот он. Вот две почки, которые дали корешки, видите, и такие неплохие корешочки. Сейчас чуть-чуть побольше даст, я пересажу, значит, в супер смесь, там будет почва, грунт, значит, дальше перлит, и еще сделаю торфом, чтобы земля такая была пышненькая и не как бы через нее корни могли дышать. Вот, так что кому вот, ну, как бы, может быть, будет полезно. Вот, значит, стаканчик, салфетка самая обычная. Но я вот здесь взяла две салфетки. То есть это просто обычная бумажная салфетка. Намочила ее, положила, значит, на дно стаканчика. Оторвала почки вот у гортензии. Вот так просто сложила их туда. Без всяких корневинов и кореников. Вот. Сложила. Ну, у меня получились вот эти почки. Вот эти еще, ну, как бы, они только, можно сказать, их положил. Вот. Поэтому не знаю, дадут, не дадут. Но я посмотрю, потому что одна вот, видно, черненькая какая-то. Вот там вот у нее штучка, да? Ну, не знаю, что это такое. Вот. А это... Вот, видите, темненькая. Вот. Не знаю, что это. Ну, может быть, можно будет обрезать. Ну, вот так вот. Не знаю, она была совсем вялая. Сейчас вот нормально. Может быть, надломилась где-то, я не увидела. Вот. Тоже почечка такая. Но она уже достаточно взрослая. Вот здесь вот немножко отрезала листочки. То мне в банку, как бы, в стаканчик не это... Не помещался. Вот так вот положила, значит, попшикала с пульверизатора на листочки. Вот и получается на стенках, видите, да, тоже мокро. Вот. И просто закрыла целлофановый пакет. Обязательно условие на подсветку ставить. То есть днем они у меня просто на свету таком естественном, а вечером под лампу. Вот, вот таким способом я захотела с вами тоже поделиться. Ну, надеюсь, может быть, кому-то это будет полезно. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.